Печеный винегрет – классическое блюдо, которое зазвучит по-новому. Для него мы возьмем две большие картофельные, две свеклы, две моркови и одну красную луковицу. Возьмем фольгу, разложим ее крест-накрест в середину, вложим тщательно вымытые овощи и упакуем. Разогреем духовку до 180-200 градусов и поставим наши овощи примерно на 1,5 часа. В результате получаем запеченные овощи. Крошим мелкими кубиками картофель, морковь, свеклу и луковицу. Соединяем все в миске, заправляем подсолнечным маслом и солью. При желании можно добавить зеленый горошек, но нам вкусно и без него. Поверьте, теперь винегрет вы будете готовить только так. Приятного аппетита!